Не знаю, мол это или не мол, но называется National Towers. Такое нехиленькое заведение. И вон небоскребчик с мостиком. Ну, сейчас пойдем посмотрим, что это такое. Он вдалеке кинотеатр. Значит, похоже на то, что это мол. National Towers. Национальные башни. Национальные башни. И вон уже наш отель Редисон виднеется вдалеке. Пойдем посмотрим, что оно такое. Пойдем, пойдем. О, написано National Gallery. Национальная галерея. Ну, как-то людей много оттуда выходит сейчас. Возможно, работники. Возможно, люди бегут на развозочку, которая их забирает. Давайте подойдем, просто посмотрим, что это такое. Выглядит красиво. Здание как в кубе, в таком стеклянном. Ну все, сейчас посмотрим, что это. Котик дорогу перешел. Молодец, какой умненький. Ну, тут не маленькие котики. Вот скутер стоит, который можно арендовать. И котик идет. Тоже, видимо, в национальную галерею. Сейчас все здесь узнаем. Вот, совсем близко подошли. Какие-то кафешечки. Таксишка стоит заказанная. С красным значком. Большая какая галерея. Ух ты, что ж это такое-то, интересно. Это закрыто уже. Ну, это, наверное, мол, но он закрылся. Ничего, вон люди еще ездят на экскалаторе. Сейчас посмотрим. Вот интересно, интересно, что это. Да, закрывается это. Похоже, не пустят нас. Специальные какие-то красные линии, как очередь надо выстаивать. Надо в гугле посмотреть, что за галерея такая. Может, музей какой-то по типу Лувра. Ладно, идем, пойдем с другой стороны, посмотрим, что там. Да, вот подошли к молодому человеку, он курил, спросили, что это. Говорит, мол, но уже закрыт сейчас. 10 вечера. Возможно, да, как меры нераспространения короны, меры карантина, возможно, закрывается. Кстати, вот там вот напротив, если видите колпачки, да, там скрининг-центр. Такой же, как и я стояла, когда в универ нужен был тест. Так что, ежели чего, скрининг-центр почти через дорогу от отеля есть. Да, это таки мол. Большой. С кафешками, с магазинами. Ну, будет время, зайдем как-нибудь обязательно. Вот небоскребчик, это все заканчиваем. Смотрите, небоскреб это как глаз какой-то, да? Глаз напоминает? 100% глаз. Все, будем в наш отель уже идти. Вот наш отель, Редисон. Ну что, народ, всем привет. Училка сказала, училка сделает. Вчера мы не попали вечером в National Towers, в мол. Сейчас идем туда. Очень жарко, уже 2 часа дня. Но все равно я обещала, сейчас мол я вам покажу. Зайдем, обязательно заснимемся там. Так что ставьте лайк, бейте в колокольчик, подписывайтесь. Поехали посмотрим, что же там такого. Тут человек работает на крыше, что-то делает, сверлит. Вот, вчера мы видели глаз. Сегодня уже как-то по-другому все, да? Это небоскребчики эти. Вот человек работает, приятно, когда ты отдыхаешь, что-то работает. А вот мол, этот мол National Towers. А вот Абу-Даби. Шикарно. Все, все, идем. Умное это спрятаться в тень. Вот, видим там корни, где мы гуляли. Ходили к небоскребам. Сейчас идем в National Towers, смотрим, здесь представительство Lamborghini находится в Абу-Даби. Уже понимаем, мол, не дешевый. С
сейчас все узнаем, все поглядим, все выучим. И еще раз снимаю вам уже при свете. Так понимаю, кинотеатр. А вот огромное здание этого мола. И сочетается с небоскребами. Ну, смотрится очень интересно. Давайте зайдем внутрь. Вон как раз мужчина-охранник стоит. Посмотрим, что он нам скажет сегодня. В мол зашли. Пойдем, здесь регистратор температуры. Посмотрим, что за мол такой, как я понимаю, для богатых местных. А вот он, потолок. А, кстати, мы не очень умно оделись, только в футболках. Сама же вам говорю брать кофточку. Вот, холодно. Ну и что здесь такого? Не разрешают снимать, выключаюсь. Здесь мы дальше на этаж. Надеюсь, здесь снимать можно. Вот если видите, как раковины висят, такие перлины. Одна раковина, вторая. Ну, красиво, мол, такой красивый. Назовем его красиво, дорого, богато. А, ну да, такое потолочище. Красивый вид. Дальше второй этаж, сразу говорю. Дорого, богато поесть там. И здесь магазинчики. Скажем так, если у вас не сильно много денег, не стоит сюда идти вообще. Еще и снимать не разрешают. Вот. Вот. Годива магазин. Дальше люди в масках. Эскалатор. И магазин Амуаш. Ну, если вам негде денежку кинуть, пожалуйста, вот этот мол, наверное, для вас. Ребята, ну что я вам скажу вам? Мол говно. Не потому что мол говно, а какие-то странные охранники там. Вот снимали бы вам раковины. Людей мы не снимали. Ко мне буквально подбегает охранник. Наташка уже говорит, давай от него убегать. Ну, я не буду убегать, я к нему шагнула, в чем дело. Нельзя видео, нельзя ничего. Ну, фоткать можете, видео снимать не надо. Почему? Покажи мне, где у вас перечеркнута камера, чтобы я была осведомлена об этом. Нет, нельзя снимать. И ходил потом за нами, ходил везде. Ну, из хорошего только купили там зубную пасту, классный магазин Амуаш, Наташка там напробовалась. Ну, мы же видео не снимали, чтобы уже не дразнить охранников. Напробовалась, нанюхала всех духов. Очень классные запахи, интересные. Еще раз, мол, для посещения очень-очень богатых людей. Видимо, может, там и снимать нельзя было, потому что там, может, местные ходят, что мне даже никто в кадр не попал. Но людей было мало, я даже никого не сняла в кадр практически. Так что, если не хотите потратить свое время здесь, не заходите в этот мол, он того не стоит. Вот просто лайк можете поставить за то, что мы пытались вам показать, но не стоит. Просто вот в другие молы идите и наслаждайтесь. Все. Всем пока.